Facebook перед отъездом в Берлин на битву бибоев. И вот новость. Девчонки завоевали приз за лучшее шоу. Так держать, ну а нас на очереди очередной урок от Дабугов. Привет всем зрителям программы «До 16 и старше». С вами Дабуги Крю и наши классические уроки брейк-танца. И сегодня в наших уроках мы покажем вам основные базовые фрезы, которые используются в брейкинге. Это разновидности также фрезов и сочетания. Бэби, стойка с разведенными ногами, обратно бэби. Опять стойка, уже даже без рук. Вообще, фриз означает конечную точку или точку вашего замирания, когда вы замираете и делаете некий акцент на это движение. Потому что постоянная динамика, она тоже будет смотреться достаточно однообразно, и как везде, и в музыке, и в любом направлении, нужно сделать красивую точку, красивую концовку. Фризы для этого и созданы. Бэби фриз. Меняются ноги по-разному, стойка на голове и полубэк. Вот, собственно говоря, это и полубэк. Фриз не такой, сказать, чтобы простой, но вот какие вариации существуют. Небольшое вращение на голове, опять полубэк, буквально уходит. Ну а сейчас мы покажем буквально коротенькие какие-то выходы, где используются эти фризы. В принципе, задача любого бибоя в процессе обучения, в процессе собственного саморазвития изобрести какой-то, наверное, свой фирменный фриз, свое фирменное движение, вот, и затем его использовать достаточно интенсивно. Поэтому мы всем желаем начинающим и продвинутым развиваться, пробовать различные фрезы и так далее и тому подобное.